по программе технический комплекс ката. Выходит спортсмен, выполняет этот комплекс, а судьи выставляют оценки. Вид спорта напоминает фигурное катание. Ну, они судьи выставляют балл. Кто лучше из спортсменов выполнит комплекс и получит наивысшее количество баллов, тот победит. Вот Дарья стала чемпионкой Европы. Между прочим, когда ей было 7 лет, она уже была чемпионкой Европы. Сейчас ей 12. Прошу. Спортсмена, как ты, но и гораздо превосходящего рост весом и так далее.